имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Закладной камень осветили прямо у парковки на территории будущего аквапарка. Уже через год здесь будет сложно найти свободное место для автомобиля, считают авторы проекта. Попасть сюда захотят не только жители Белгорода и области, но и гости из соседних регионов. Большой проект во всех смыслах. Новый аквапарк станет флагманом семейного досуга для жителей Черноземья. Аквапарк у нас разместится на территории Альшанса. Значит, будет представлять себя двухэтажное здание, около 9000 квадратных метров. Также напротив аквапарка будет размещаться гостиница с большим номерным фондом, несколько этажей. Значит, аквапарк представляет из себя комплекс горок. Их будет порядка 7, которые будут сопровождаться и с волновыми бассейнами, и с ленивой рекой, так называемой, детским городком, зоной питания, торговой зоной и прочими другими моментами инфраструктуры. Для создания такого масштабного объекта понадобится около 2 миллиардов рублей. Агробелогорье не ставит задачу вернуть эти инвестиции. Аквапарк – социальный проект компании. Единовременно здесь смогут находиться более 700 человек. Разнообразие зон и локаций сделает отдых комфортным. Впрочем, удивлять белгородцев и гостей города планируют не только этим. Во главе угла должен стать высший уровень сервиса. В рамках группы компаний мы планируем создать учебное заведение, школу гостеприимства, школу вежливости. На сегодняшний день мы страдаем тем, что мы можем много интересного сделать, но как подать эту услугу нашим людям? Как ее сделать ласковой, вежливой, культурной? Вот это есть определенная проблема, которую мы будем на сегодняшний день исправлять. До наступления холодов на строительной площадке должны завершиться земляные работы, а ровно через год объект будет построен, уверяют авторы. Ждать осталось совсем недолго. Виктор Лукьянчиков и Виталий Петренко. Новости мира Белогорья. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Закладной камень осветили прямо у парковки на территории будущего аквапарка. Уже через год здесь будет сложно найти свободное место для автомобиля, считают авторы проекта. Попасть сюда захотят не только жители Белгорода и области, но и гости из соседних регионов. Большой проект во всех смыслах. Новый аквапарк станет флагманом семейного досуга для жителей Черноземья. Аквапарк у нас разместится на территории Альшанса. Значит, будет представлять себя двухэтажное здание, около 9000 квадратных метров. Также напротив аквапарка будет размещаться гостиница с большим номерным фондом, несколько этажей. Значит, аквапарк представляет из себя комплекс горок. Их будет порядка 7, которые будут сопровождаться и с волновыми бассейнами, и с ленивой рекой, так называемой, детским городком, зоной питания, торговой зоной и прочими другими моментами инфраструктуры. Для создания такого масштабного объекта понадобится около 2 миллиардов рублей. Агробелогорье не ставит задачу вернуть эти инвестиции. Аквапарк – социальный проект компании. Единовременно здесь смогут находиться более 700 человек. Разнообразие зон и локаций сделает отдых комфортным. Впрочем, удивлять белгородцев и гостей города планируют не только этим. Во главе угла должен стать высший уровень сервиса. В рамках группы компаний мы планируем создать учебное заведение, школу гостеприимства, школу вежливости. На сегодняшний день мы страдаем тем, что мы можем много интересного сделать, но как подать эту услугу нашим людям? Как ее сделать ласковой, вежливой, культурной? Вот это есть определенная проблема, которую мы будем на сегодняшний день исправлять. До наступления холодов на строительной площадке должны завершиться земляные работы, а ровно через год объект будет построен, уверяют авторы. Ждать осталось совсем недолго. Виктор Лукьянчиков и Виталий Петренко. Новости мира Белогорья.